Отвага, мужество и патриотизм. Люди, которые приближают победу. Александр Мухин, ветеран СВО, вернулся из зоны боевых действий в апреле 2022 года. Рассказывает, на фронт пошел добровольно, так как не мог остаться в стороне. За 10 дней до окончания контракта был ранен в руку. За отвагу на поле боя Александр получил удостоверение ветерана боевых действий. Я думаю, я заслужил это. И думаю, в дальнейшем будем продолжать также служить, защищать Родину. Все во благо, чтобы наши родные, которые находятся здесь, никогда не знали никакого горя. Чтобы было мирное небо над головой. Ребятам, которые находятся там, мужество. И чтобы они знали, что все будет хорошо при любом раскладе. Потому что Россия – великая страна, в ней великие люди. Я горжусь то, что я родился в этой стране, что я здесь живу. Удостоверение ветеранов боевых действий 50 бойцам вручили в самарском филиале Госфонда «Защитники Отечества». Организация оказывает активную поддержку участникам СВО, их семьям, раненым, а также семьям погибших. Это еще одна маленькая победа, наконец-то дождались. Среди получивших удостоверение есть и те, кто участвует в региональном проекте «Школа героев». Эта программа, инициированная президентом страны, позволяет получить дополнительное образование и в дальнейшем работать на различных должностях, в том числе и управленческих. Полина Чулюкова, «События».